Вот замок Пекки. Его владение. Дом, бывший дом, пансионат, постройки 29-го года. Центр буддизма. Обучение буддизму, йоги. Вот тут. Тут сооружение рядом из гранита, такое ощущение. Я не знаю, я подойду поближе, сейчас потрогаю. Наверное, это гранит. Там, кажется, дрова хранят, что дом отапливается дровами. Там бойлер стоит 29-го года, аутентичный. Тут такой сад. Тут же дорога рядом. Вот это огромное здание. Гигантское. Such big building. Вот собирают ягоды. Нанялись за бесплатно собирать малинку. А где малина-то? Сейчас малинки врежем. Трошки. Целые 100 метров крыжовника, красной смородины, малины. Тут можно вообще летом